Всем привет, сталкеры. В общем, сегодня я хочу сделать такой ролик. Короче, прикупил себе на рынке СВД, бегал, искал эти заточки, чтобы разделать, ну и нашел СВД. Обошлась она мне 800 тысяч рублей. Короче, думаю, да, возьму, как бы деньги есть, куплю. Короче, прикупил я себе ее, вот такая вот штука. Вот. И побежал ее, короче, тестировать, ребят. И хочу сделать, ну, ролик за СВД. Что это за оружие, короче, вот. Стоит недорого, всего лишь 800 тысяч, фигня это все. В общем, побежал, ребят. Сейчас, короче, постреляю кабанов на далекое расстояние, в общем, на ближнее расстояние, и это, животину побью, в общем. А вон, ребят, нашел, вон он вдалеке, вон он ходит, достану до него, нет. Пять 119, убил, блин, 150 еще ни разу не вылетел. Как бы я тут стрелял уже до этого, у меня вылетал, короче, 150 урон. А вон, смотрите, ребят, вон побежал. Так, 82, 147, 137, убил, вон кабан носится. Достал. 83, 164, убил. В общем, ребят, вот такая вот, короче, СВДшка. Достал. 73, такая вот, короче, винтовочка прикольная, побегаю с ней. 49, 45, 96, 98, убил, крепкий какой-то кабан. Сто 121, 100, 68, убил. В общем, ребят, побежал искать жертву сталкера, который согласится, в общем, побыть жертвой для теста СВДхи. Вот, в общем, взял я ее за 800 косарей, да, а, прицел на нее, короче, поставил 8.42. Прицел дается тоже по квесту в ментовке, то есть там надо сбор информации, вот дается, ну, этот прицел, ну, как бы не хотел я заморачиваться, я его купил просто за 30 тысяч. У, ну, у продавца, продает ремонтник на гурмане всякие прицелы. Вот я за 30-ник у него купил, поставил 8.42 прицел, и магазин купил, по-моему, за 15 тысяч, что ли. Это все в свободном доступе. Все, надо глушитель, кстати, посмотреть, может, глушитель тоже продается свободно. Да, давайте глянем глушитель. А, ну да, вот снайперский глушитель, короче, 7.61. Есть донатный, вот, на 30 дней, на 90, есть простой. Короче, поищу глушитель, может, найду. В общем, ребята, пока побежал искать жертву. Пострелять по сталкеру. Мимо. Нифига, на ходу вообще не попадаю, смотри. Не попал с третьего раза. Вон, давайте. Попал. Так, ребят, нашел я добровольца, сталкер, вот, Турбобот его зовут. На ней, в общем, протестирую. Давайте попробуем с такого расстояния, короче. Он стоит. 109. Убил. 109, 105. Ну, короче, вот такая вот СВДха. Расстояние нормальное было. В общем, ребят, я, короче, пострелял. Побегаю с ней. Понравилась она мне.
спасибо сталкеру за взаимодействие, за помощь. В общем, все, ребят. Оставайтесь на связи. Всем пока.